Несмотря на устойчивую тенденцию на снижение количества больных коронавирусной инфекцией, Видновская районная клиническая больница по-прежнему работает в режиме ковидного стационара. В очередной раз поддержать врачей приехали представители организации «Волонтеры Подмосковья» и «Молодая гвардия». Надеемся, что вскоре уже все ограничения у нас будут сняты, и вы полной грудью, так сказать, выдохнете уже, будете проводить больше времени со своей семьей, со своими близкими. Доктора сидят в защитных костюмах. Через несколько минут им заступать на дежурство в красной зоне. Наверняка сегодняшние подарки поднимут им настроение. Одна из крупных кондитерских компаний предоставила врачам ВРКБ более 600 сертификатов. Это сертификаты на сумму 2000 рублей, где наши врачи смогут заказать для себя продукцию на этом сайте, так сказать, побаловать себя немножко. В сертификатах содержится код, введя который на сайте компании можно сделать заказ. К тому же с бесплатной доставкой. Вручение подарков прошло в рамках масштабной работы, которая ведется волонтерскими организациями. Волонтеры Подмосковья, а также Молодая гвардия и просто волонтеры Ленинского городского округа ведут активную работу в помощи людям, оказавшимся на самоизоляции. Также людям старше 65 лет, которым выписываются лекарства. Вот. Производится доставка еды, и поэтому, в принципе, мы выполняем очень масштабную работу. На протяжении всего периода борьбы с коронавирусной инфекцией врачей Видновской районной клинической больницы не оставляют без внимания и помощи. Нам очень приятно, что нас не забывают. Мы даже, так сказать, не напоминаем о себе, к нам просто приходят и благодарят. Мы получаем какие-то сюрпризы или подарки от предпринимателей и от администрации города и района. Также в Ленинском городском округе сертификаты были вручены докторам амбулатории поселка совхоза имени Ленина.